Вместо штрафов – подарки. Традиционно уходящий год инспекторы ГИБДД провожают на позитивной ноте. На этот раз водители останавливают не с целью наказать, а чтобы поощрить, поздравить с Новым годом и вручить подарок. Сказочные персонажи полицейским в этом помогают. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы поинтересоваться, как вы себя вели в прошлом году? Я чудесный, я послушный. Закон гражданин и автоледи. Да, не нарушали? Нет. Не штрафовали вас? Нет. Да. Почему постучать? Может быть, вы нам и песенку про Новый год расскажете или стишок? А можно песенку спеть? Можно. Можно. Водители с радостью участвуют в акции. И дело даже не в подарках, а в праздничном настроении. Приятно посреди городской суеты хоть на минуту отвлечься от всего и почувствовать себя как в детстве. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Никогда не останавливали нас. А тут прямо бац вот так, и как-то вот получилось, что прям... И по такому приятному году. Это вообще, я не ожидал этого, не ожидал. Конечно, есть в праздничной акции ГИБДД и профилактический подтекст. Помимо подарков, водителям сегодня будут вручены информационные листовки, где содержится информация, как правильно перевозить ребенка в автомобиле, а также информация о правовых последствиях употребления алкоголя за рулем. Взрослым тоже полезно вспомнить детство, особенно в канун Нового года. В этом инспекторы не сомневаются. Но и о правилах дорожного движения забывать не стоит. Водители, которые в Новом году будут себя хорошо вести на дорогах, не обнаружат под елкой письмо счастья. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.